удалось найти древний свиток? Что произошло, когда он попал обратно на вершину глотки мира? А, должно быть, он вернулся в Совенгард, чтобы кормиться душами мертвых. Если ты не отыщешь его быстро, он вернется сильнее, чем раньше. Дворец Ярла в Айтране? А, да. Старое сказание о короле Олафе и его драконе. Гениально. Хотя трудно будет убедить Ярла позволить тебе использовать его дворец как ловушку для дракона. Но ты наверняка справишься. Если тебе по силам победить пожирателя мира, то уж уговорить Ярла Вайтрана тебе точно по плечу. Здесь есть еще одна проблема, и очень серьезная. Я выяснил, кто на самом деле вождь Седобородых. Он дракон. И не обычный дракон, но правая рука Алдуина. Он в ответе за многие злодеяния, совершенные во время войны драконов. Клинки много столетий охотились на него, но его защищали седобороды, а потом императоры. Справедливость требует, чтобы он умер за свои преступления. Пока он жив, моя клятва клинка не позволит мне помогать тебе. Справедливость бывает жестокой, но это справедливость. Партурнакс должен умереть. Партурнакс совершил много злодеяний во время войны драконов. Таких, что их помнят и сейчас, спустя тысячи лет. Да, он предал Алдуина и помог свергнуть драконий культ. Но это не извиняет и не искупляет его прежние грехи. Раскаялся ли он, или лишь имитировал раскаяние, чтобы спастись? Но справедливость требует, чтобы он жизнью заплатил за содеянное. Это все, да? Делай то, что должно. Партурнакс заслуживает смерти. Решайся, Довокин. Ты либо с нами, либо против нас. Слушай, он помогал Алдуину поработить наших предков. В конце он, может, и предал Алдуина, но это не красит его репутацию. Скорее, наоборот. Нельзя дать Партурнаксу возможность предать теперь нас и вернуться к своему господину. Дремьолог, приветствую. Клинки мудры, раз не доверяют мне. Оникан Нио, я бы не доверял другому Дова. Дов Уалан Форел, мы были созданы, чтобы править. Желание властвовать в нашей крови. Ты это тоже чувствуешь? Верно?
Мне можно доверять. Я знаю это. Но они не знают. Оникан Ниов Дова. Мудрый никогда не должен доверять Дова. Я преодолел свои природные стремления лишь благодаря медитации и долгому изучению пути голоса. Ни дня не проходит, чтобы я не испытывал тяги вернуться к естественным для меня помыслам. Зинкриф Хорвудсе Сулейк. Что лучше, родиться добрым или преодолеть природную злобу великим усилием? Сделай то, что должно. Партурнакс заслуживает смерти. Принято ли решение? Тебе нужно сделать то, что должно, Довокин. Я знала, что мы можем на тебя положиться. Я рада, что ты снова на нашей стороне. На нас ведь охотились талмарцы. Не самая лучшая ситуация для набора пополнений. Однако теперь у нас есть что-то вроде штаба. Мы возродим Орден Клинков когда-нибудь. Если ты знаешь кого-то, из кого бы получился хороший новобранец, приводи их ко мне. Но помни, стать Клинком — это на всю жизнь. Обратной дороги нет. С момента вступления ты безоговорочно предан Ордену и только ему. Клинки дают нерушимую клятву оставить прежнюю жизнь позади. Способен ли твой кандидат ее сдержать? Ручаешься ли ты? Что ж, по-моему, она годится. Я приведу ее к присяге. Найдешь других кандидатов — приводи сюда. Слушай меня. Довокин желает дать тебе шанс вступить в ряды забытых стражей Темриэля, драконоборцев, клинков. Ты хочешь стать клинком? Да. Клянешься ли ты отречься от всех дел, имущества и титулов прошлой жизни? Ради того, чтобы жить здесь и посвятить себя защите Темриэля от опасности? Да. Тогда я, замещая Грандмастера Ордена, объявляю тебя клинком. Со всеми вытекающими привилегиями, правами и обязанностями. Да хранят тебя боги. Клянусь честью, я избавлю Темриэль от драконов.
Ну что ж, идем. В чем дело? Говори громче, я малость туговат на правое ухо. Пусть чешуя рода дракон. Вот и все, Далакин. Удачи тебе. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Веди. Говорят, стражи рассвета возрождаются. И что же тебе понадобилось? Да благословят тебя боги, и пусть... Я служу управителем у ярла Балгруфа. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Что тебе нужно? Благодаря толковому планированию и постоянной бдительности. Прямо сейчас мой придворный маг Фарингар продолжает изучать способы борьбы с этим ужасом. Кроме того, нам нужны немалые запасы воды, чтобы тушить пожары, которые неминуемо возникнут в результате атаки. Но самое наше главное оружие – доблесть. Если мы не сможем убить тварь, нам, по крайней мере, должно хватить твердости, чтобы отразить атаку. Это все, что мы можем, пока не найдутся отважные герои, способные уничтожить чудовищ. Я, наверное, ослышался. Мне показалось, что ты хочешь заманить дракона в мой дворец. Прости, но я не пойду на это. Мы должны просто продолжать бороться с драконами. Согласно легенде. Хотя, мне никогда не приходило в голову проверить, правда ли это. Это был ярл Олаф Одноглазый. Он потом стал верховным королем. Говорят, он криком принудил его к покорности в единоборстве на горе Антур и притащил в Вайтран. Дракона звали Нуминекс. Это его череп украшает главный зал. То, о чем ты просишь, безумно, невозможно. Ты хочешь, чтобы я пустил дракона в сердце моего города, когда у меня на пороге война? Должен быть другой способ. Слишком велик риск.
Алдуин? Сам пожиратель мира? Ну, как нам драться с ним? Разве его возвращение не знак конца света? Я в этом не разбираюсь, но слышал, что тебя призвали седобороды. Мне этого достаточно. Так, а что это за бредни про заманивание дракона ко мне во дворец? Я хочу помочь тебе, Девакин, и я помогу. Но сперва мне нужна твоя помощь. И Ульфрик, и генерал Тулей только и ждут, чтобы я ступился. Думаешь, они будут сидеть сложа руки, пока дракон будет пожирать моих людей и сжечь мой город? Нет, я не могу рисковать ослабить город, пока нам угрожает нападение врагов. Прости. Тогда я с радостью помогу тебе воплотить этот безумный план по поимке дракона. Но сейчас трудно будет принудить стороны к миру. Все очень озлоблены. Может быть. А если седобороды? Их чтут все норды. Высокий Хродгар, нейтральная территория. Если седобороды устроят мирные переговоры, тогда даже Ульфрик и Тулей должны будут прислушаться. Да, Девакин. Может быть, ты сможешь остановить драконов и эту войну в придачу. Если ты не против, меня ждет мой город. Меня раздражает это бездействие. Мы должны задать жару братьям Бури. Ты платишь за наше доверие, за доверие Артурнакса. Его благородная душа, мудрость веков, его глубокое понимание жизни. Все погибло. И зачем? Бессмысленная кровавая месть, на которую тебя подбила кучка акавирских варваров. Ибо даже мое терпение имеет границы. Мы мирные люди, а ты нет. Это был твой выбор, Девакин. Тебе здесь не рады. Ты не понимаешь наши установления. Седобороды никогда не вмешивались в политику. Понятно.
дракон приведет тебя к Алдуину, но без помощи Ярла. Артурнакс решил помочь тебе. Нам придется пройти по этому пути. Кажется, даже седобородые должны склониться под ветрами перемен. Да будет так. Передай Ульфрику и генералу Тулию, что седобородые хотят говорить с ними. Посмотрим, помнят ли они о нашем существовании. Дай послание воюющим сторонам. Если они послушают, я сделаю все, что смогу, чтобы примирить их. Вверху небо, внутри голос. Смотри в оба. По-моему, Галмар дал тебе задание. Иди и выполняй. 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 Говорят, стражи рассвета возрождаются. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте возле Рима. Может, и не стоит к ним пойти. По-моему, тебя не туда занесло, друг. Смотри в оба. До встречи. По-моему, Галмар дал тебе задание. Иди и выполняй. Я знаю. Котлок Белой Гривы ушел на вечный покой. Да возрадуется его душа в залах Соутгарда.
Ты предвестник и соратников. Для меня честь встретиться с тобой. Наверняка. Ты знаешь множество чудесных историй, но, боюсь, у меня нет времени их слушать. Дай-ка угадаю. Выкладывай. Легат дала тебе приказ. Выполняй. Шагом марш. Есть что доложить? Эй, осторожно!
Кто-нибудь есть? Все-таки показалось. Что это было? Тут кто-нибудь есть? Теперь ты в моей власти. Хе-хе-хе.
только думал. Кретин так и не увидел, как я достал туза из сапога. Что это было? Ха! Вот ты где! Когда-нибудь уйду на покой, куплю себе островок. Мне нравится делать луки. Сложно, и временами даже немного скучно. Хорошая стрела разит врага подобно молнии гневливого бога. Я повторяю вопрос. Зачем мы жертвуем людьми в погоне за... В чем дело? С возвращением, солдат. Я рада, что вижу тебя в целости. Немедленно отправлю гарнизон в форт. Задание выполнено отлично, удивительно. Но теперь тебе нужно официально вступить в легион. Поговори с генералом Тулием, он приведет тебя к присяге. Вступая в легион, ты даешь клятву верности императору, а значит, есть и каждому гражданину империи. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вас. Решение изменилось? Все-таки хочешь послужить империи? Может, и мне стоит к ним пойти. Понятно.
Что ж, если ты передумаешь, Легион никуда не денется. Рикки в тебя верит. И я начинаю понимать, почему. Подумай. Что может быть достойнее, чем служить Императору и его гражданам здесь, в Скайриме, в дни величайшей нужды? Я повторяю вопрос. Чешутся, зачем мы жертвуем людьми в погоне за иллюзией? Можешь если идти. Если Ультрик получит эту корону, иллюзия станет реальностью.
Напомни мне, зачем мы теряем время и расходуем ресурсы, гоняясь за легендой? Мы даже не знаем, существует ли она. Одер, я тебя недооценил. Ты определенно подходишь братьям Бури. Пора это узаконить. Ты хочешь дать клятву? Перед тем, как вступить в наши ряды, тебе придется поклясться в верности ярлу Ульфрику Буревестнику, будущему верховному королю Скайрима. Кроме того, ты присягнешь братьям Бури, Скайриму и его народу. Не задумывайся надолго, а то мы примем твои размышления за сочувствие Империи. Приходи, когда уверишься в нашей правоте, или вступай в Легион. Они сейчас берут всех, кто на ногах держится. Ярлы недовольны. Не все они поддерживают тебя. Да, не тяни, я занят. Пора им уже отвести глаза от неба и посмотреть на нашу окровавленную родину. Чего они хотят? Конечно, я глубоко уважаю седобородых. А нападения драконов происходят все чаще. Но политическая ситуация по-прежнему очень деликатная. Не все ярлы готовы выбрать меня верховным королем. Мне нельзя проявлять слабость. Я не могу на это пойти, если туда не придет сам Тулий. Я не соглашусь участвовать ни в каком мирном совете, пока не узнаю, что там будет и Тулий. Иначе другие ярлы могут принять это за знак слабости. Не учи меня играть в высокую политику в Скайриме. Но говоришь ты верно. Мы ничего не приобретем, отвергнув приглашение седобородых. Да, я дам Тулию последний шанс убраться из Скайрима, поджав хвост. Пусть их поглотит бездна. Они требуют созыва собрания. И собрание туда же, в бездну. Эти сопляки собираются посадить на трон бабу Торуга. А она преподнесет Скайрим эльфам на серебряном. Я всю жизнь служил Талосу. И я не брошу дело всей своей жизни, что бы там ни говорили имперцы. Притязаний.